Einbrecher zum Beispiel haben früher immer gerade mit Zitlösen, mit Laugen, ihre Hände verheilt, bevor sie irgendwo einen Diebstahl gemacht haben. Da gibt es nämlich keine Fingerabdrücke. Раньше грабители, до того, пока готовились совершать преступление, они щелочью мыли руки, потому что после этого не остается отпечатка пальцев. So, von daher, meine dringende Bitte an Sie, seien Sie vorbildlich, ziehen Sie Handschuhe an und eine Brille bitte. И его обязательная просьба, если будете щелочью работать, всегда надевайте рукавицы и всегда очки, потому что этот продукт, который проникает в кожу. Ja? Ich bin jetzt absolut unvorbildlich. Ich habe keine Handschuhe, ich habe keine Brille, trotzdem muss ich jetzt hier mal laugen. Для вас, он сейчас, у него нет с собой ни рукавицы, ни очков, но он будет это сейчас показывать ради вас. So. Die Lauge kann man mit einer Walze auftragen oder auch mit einem Pinsel. Щелочь можно нанести щеткой. Или валиком, как вы наносите лак. Für Sie ist wichtig, dass Sie nicht an einer Stelle viel liegen lassen und warten, wie es reagiert, sondern Sie müssen immer gleich streichen. Immer Wie gleich streichen. Возможность, даже на короткое время оставаться в виде лужи на одном месте. Как вы его нанесли, вы должны его сразу раскатать, чтобы не было скопления на одном месте. Damit Sie nicht solche Ränder bekommen. Чтобы не получилось вот такой сразу перепад. So. Es gibt auf jedem Holz eine unterschiedliche Reaktion, also eine unterschiedliche Farbe. Зависимости от древесины, каждая древесина по-разному реагирует на шелест. Die Eiche wird typischerweise antik, gibt eine antike Färbung. Дуб начинает при применении щелочи реагирует и начинает стареть. Während Ahorn einen sehr intensiven Gelbstich kriegt. Клён наоборот, хороший натуральный белый клён начинает шелестеть. Ja? Die Kirsche wird braun. Das ist Kirsch. Was? Das ist Kirsche. Вишня начинает становиться коричневого цвета. Und wie man sieht, das müsste Meerbau sein, ja. Die wird sehr dunkelbraun. И Meerbau начинает очень слишком темнеть. Ja? Diese Lauge ist hochkonzentriert. Also ist die Reaktion auch sehr intensiv. Шерсть, она очень высокой концентрации, когда она проникает в кожу древесины, она начинает вступать в реакцию с древесной массой. Дубильными веществами. Yeah. Это в губе, дубильными веществами. Со всеми остальными начинает с древесной массой реагировать. Только слоев наносить. Sie könnten sie aber auch mit Wasser runter konzentrieren, dann ist die Reaktion nicht ganz so stark. Если вы на образце заметили, такая реакция для вас на этой древесине слишком агрессивная, вы можете разбавить щелочь водой, тогда у вас будет меньше реагировать. Ja? Normalerweise einmal reicht. В нормальных случаях, Андрей, можно наносить один раз. Нужно наносить один раз. Ja? Wichtig ist einfach, wenn gelaugt wird, also wir machen es im Fußbodenbereich nicht, kann man aber, es muss trocken sein und wenn es trocken ist, wird es in der Regel bei uns nicht mehr geschliffen. Если мы в нормальных случаях это применение больше для мебельщиков, чем для паркетчиков. Но если вы используете его на полу, после нанесения должны дать время высохнуть полностью, но после этого вы не должны его шлифовать. Warum schleife ich nicht mehr? Weil ich ja ölen will. Die Lauge übernimmt sozusagen das Messer. Почему не надо его шлифовать, если я хочу нанести на нем масло?
Почему? Потому что щелочь сделает ту работу, которую я должен был сделать с водой до того, пока наносить масло. Сейчас я эту работу уже сделал и дать высохнуть, и после этого можно наносить масло. Würde ich wieder schleifen, geht der Wassereffekt verloren. Если я буду его шлифовать, тогда вот этот эффект применения воды я потеряю, и тогда у меня не будет насыщенность по применению масла. Ja. Wenn diese Böden oder die so erstellten Böden trocken sind, ja, dann kann ich dann x-fach mit Farbe arbeiten. Ich kann aus einem klaren Weiß ein Steingrau erzeugen. Когда она у меня уже готова, высохла, из-за того, что я уже поработал с щелочью, другой цвет, который я буду применять, она будет совершенно другой оттенок применять. Допустим, если я буду абсолютно белое масло применять, то она будет такой серовато-античного цвета. Поэтому всегда, если вы знаете, что вы хотите добыться, или вы просто хотите после обработки применять какой-то цвет, экспериментируйте, чтобы вы поняли, какой результат вы получаете сначала на маленькой площади. So. Sie sollten aber eins wissen. Bei Laugen reden wir ja von Reaktionssystemen, die reagieren. Das ist eine chemische Reaktion. Und wenn immer ich eine chemische Reaktion habe, die bildet sich wieder zurück. Должны понимать о том, что щелочь – это химический продукт, который в древесине начинает производить химические процессы. И когда эти химические процессы произошли, вы должны знать, что эти химические процессы имеют обратный отток и обратное проявление. Nenne Ihnen ein ganz einfaches Beispiel, das ist die Räucheralge. Die Räucheralge, die sehr lange in der Sonne liegt, die wird hell. Und Kernhölzer auch. Все термические термированный древесину или дуб марионы. Если долгое время вы под ультрафиолетом его положите, она начинает светлеть. Это значит, что солнечные лучи выбирают эту химическую реакцию обратно. So. Das wäre jetzt auch ein Muster, das gelaugt war. Это образец, который был обработан щелочью. Und anschließend mit einem farblosen Öl behandelt wurde. Потом был нанесен бесцветное наше масло без Öl. Normalerweise wäre hier eine tiefere, braunere Farbe, wie die Lauge, zu sehen. Поэтому, если вы обратите внимание, несмотря на то, что я нанес бесцветное масло, у меня получился такой углубленный, коричневато-коньячного цвета. Ja? Sie sehen hier schon, wie der Boden heller geworden ist. И после у меня был достаточно темный цвет, но из-за того, что образцу уже достаточно время, то она потихонечку становится светлее. Eine Besonderheit. 3 года. Ja. Das ist 3 Jahre. Ну ja. Aber es ist immer noch anders, wie wenn es reingeölt wäre. 3 года этому образцу. 3 года. So. Он обратная реакция даже не пожелтела, она посветлела. Светлеет, как правило, первые полгода, потом цвет очень незначительно меняется. Поэтому образец необходимо делать заранее. За 3 года. Wenn Sie, oft ist es ja so, ich kann das aus Deutschland so erzählen, haben wir viele alte Häuser, wo Dielenböden eingebaut worden sind nach dem Kriege. Ja? Und irgendwann mal werden jetzt gerade diese ganzen kleinen Wohnungen werden renoviert. Es werden aus kleinen Zimmern große Zimmer gemacht. Das heißt, irgendwo fehlt Parkett. Jetzt habe ich aber einen alten Dielenboden, der so gelb ist. Ja. Man legt also einen halben Meter neues Parkett rein. Die Pfanne, die Glas hier. Aber die Farbe passt nicht. Was macht man? Man wird genau diesen halben Meter mit der Biolauge einstreichen, um diese Farbe anzupassen. Das ist zum Beispiel auch eine gute Hilfe mit der. Допустим, в Германии очень часто после войны, когда начали восстанавливать старинные здания, и переделывать эти здания. Были здания, где были в очень хорошем состоянии, но старый паркет, а там объединялись комнаты, и там оставалось там полметра, потому что была убрана стена. В этой части укладывался новый паркет, и с помощью щелочи добивалось выравнивание вот этого цвета со старым. И это получалось.
Eine ganz große Besonderheit sind den Exoten. Особенно надо внимание обращать при работе с челочью на экзотические породы. Wer hat denn von Ihnen schon mal Ipe oder Capri Juba geölt? Und was ist dann passiert? Da wird кто-то из вас Ipe или другой Capri Juba надо сильное масло, наверное. Что случалось? Если бы на Ipe нашли даже бесцветное масло. Da kommt die Farbe raus. Bei Ipe, also Ipe ist ja ganz bekannt, dass das ein Holz ist, wo man schlecht ölen kann und es trocknet das Öl so gut wie gar nicht. Для таких пород, тот, кто работал с маслом, они замечают, что у него настолько высокая плотность, что масло плохо проникает и сохнет очень долго. Ja? Das sind Holzinhaltsstoffe, die die Trocknung zulassen und da hilft eine Lauge. И в таком случае, если вы хотите все равно импегрировать масло, для такого древесины идеальное решение как раз обработать его сначала желчью, чтобы дать возможность маслу туда проникнуть и обработать потом маслом.